Всем добрый вечер. Зашла сделать небольшой анонс. Сегодня у нас 10 сентября. И сегодня в срочном порядке выезжаю домой. Не одна. Ну, это позже я вам все расскажу. А сейчас выезжаем мы домой. Ночью поезд. На поезде, потому что мы едем с детьми. И у нас дома небольшой ЧП, большое, небольшое, но ЧП. Мой любимый Ален Делон попал в больницу. Я узнала об этом только вчера ночью. И сразу стала звонить, он трубку не берет. Оказывается, и сегодня с утра начала звонить, трубку не берет, письмо не берет. Оказывается, еще в четверг он попал в больницу. Вот сестра, которую я просила дома побыть вместо меня в эти дни, за домом, за ними смотреть, ей строго-настрого сказала, чтобы мне не говорил, чтобы она мне не рассказывала об этом. Чтобы я не волновалась. Ну, я узнала сегодня с утра целый день, голова вот так у меня кругом. Все везде звоню, обзваниваю кое-как, к нему дозвонилась. В общем, сегодня должна была быть у меня операция. Операцию не сделали, так как у него давление высокое поднялось. Искали сегодня лекарства. В общем, не буду обо всем разговаривать. Вот такие не очень приятные новости. И мы выезжаем домой. И на днях увидимся. Ну, в поезде кое-что, если смогу, сниму, смонтирую. Ну, за эти дни тоже кое-что снимала. Монтировать времени нет, снимать тоже, как видите, времени нет. Такие дела. Прошу поддержать нас. Помолиться за вашего любимого калмахантика. Пусть все будет хорошо. Надеюсь, все будет хорошо. До встречи.